эфире телеканала «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я, Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Америка поддержала реформы Михаила Саакашвили. Посол Соединенных Штатов Америки в Украине с рабочим визитом посетил Одессу. В Одессе прошли торжественные мероприятия по случаю Дня военно-морских сил Украины. Активисты рассказали об опыте так называемой децентрализации и объединения громад в Коминтерновском районе. Губернатор Михаил Саакашвили распустил несколько подразделений Одесской облгосадминистрации. В частности, отделы внутреннего аудита, взаимодействия с правоохранительными органами, а также по вопросам предотвращения и выявления коррупции. За час руководитель области уволил 21 чиновника. Он подчеркнул, это результат их лояльного отношения к коррупционерам. Где конкретные выявлены нарушения? Где конкретные посаженные должностные лица? Где конкретные облегченные процедуры? Где конкретные рекомендации, как все поломать, то, что есть? По словам Михаила Саакашвили, пришло время выяснить, кто что-то делает в областной администрации, кто не делает ничего, а кто делает не то, что нужно. Он добавил, что контроль над абсолютно бесконтрольной до сих пор областной администрацией возьмет на себя общественность Одессы. Мы найдем им деньги, чтобы им платили независимые фонды. Они будут проверять то, что вы не проверили. Они будут проверять, что происходит внизу. Мы дадим им полный допуск ко всем бумагам, ко всем документам, ко всему бюджету. Они будут проверять с этого момента, что здесь происходит внутри. Процедуры и условия, на которых будут выбираться общественники для контроля за финансовой деятельностью обладминистрации, помощник губернатора пообещал в ближайшие дни выложить на официальном сайте ОГА. Первым нововведением станет электронная система общественных слушаний, используя которую одесситы смогут удаленно принимать участие в градостроительных советах. Соединенные Штаты Америки поддержали реформы команды Михаила Саакашвили. Одессу с рабочим визитом посетил чрезвычайный полномочный посол США в Украине Джеффри Пайет. Встреча проходила в закрытом режиме. По окончании состоялась пресс-конференция. На двусторонней встрече обсуждалась помощь американской стороны команде одесского губернатора в проведении реформ. Соединенные Штаты первыми из зарубежных партнеров проявили заинтересованность в таком сотрудничестве. Мы объявили программу антикоррупционного натиска в Одессе. И по этой программе очень важно, чтобы международное сообщество нам помогло для того, чтобы мобилизовать финансовые ресурсы, для того, чтобы найти хороших людей в Одесской области. Мы будем финансировать в офисе губернатора команду действий по антикоррупции, которая будет составлена как из местных специалистов, так и международных экспертов. Среди уволенных функционеров советник губернатора Михаил Кучук. Его обвиняют во взяточничестве на миллионы гривен. Деятельностью Кучука займется прокуратура. В числе первоочередных задач – чистка в правоохранительных органах. Некоторые кадровые решения уже приняты. Поставлена цель – сформировать полицейские подразделения с учетом американского опыта. В Киеве такая реформа уже идет. На будущей неделе несколько специалистов, офицеров из моего родного штата Калифорния приедут сюда на работу. Они представляют патрульную полицию Калифорнии и будут выступать в качестве инструкторов, тренеров при организации дорожной патрульной службы по таким же высоким стандартам, как это было сделано в Киеве. Вместе с послом в Одессу приехали председатель торговой палаты посольства и специалисты коммерческого отдела. Мы много времени уделили таким направлениям, как реформа энергетического сектора, реформа юриспруденции, правовой и судебной системы. Из того, что уже начато, реформа системы оказания административных услуг. Вместо множества разных служб, существовавших для выкачивания денег из населения, организован единый административный центр. В этом Одесская область опередила всю Украину. Мы делаем центр административных услуг, а этот закон еще не прошел Раде. Так что нам делать? Ждать еще год, пока он пройдет? Или начать делать, надеясь, что он пройдет? Михаил Саакашвили не скрывает, что уже сейчас почувствовал сопротивление чиновников и связанного с ними крупного бизнеса. Губернатор надеется преодолеть все препятствия, опираясь на поддержку населения и президента. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Одесская область – первая по распространению идей сепаратизма среди мирных регионов страны. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью «Пятому каналу».
Как сообщил новый глава СБУ, проводится работа по локализации действий сепаратистских групп во всех областях страны и усилению авторитета местных властей, в том числе на территории Донецкой и Луганской областей. Водночас я хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми локалізували на сьогодні, так би мовити, терористів на території зони АТО, тобто в двох районах, водночас сепаратизм, керований з Москвою, поширюється на інші регіони України. І на сьогодні можу сказати, що гарячими точками в першу чергу можна назвати це Одеський регіон, це місто Харків, це Запоріжжя, це Херсонщина, Миколаївщина. В Одесской и Николаевской областях оперативники службы безопасности провели серию одновременных обысков. Выявлены взрывные устройства массой до 5 кг в тротиловом эквиваленте. В Одесской области сегодня мы вылучили больше 3 кг тротиловых шашек. Подчас одного из обшуков затриманы и доставлено для проведения низки слідчих дій 14 осіб. Слідчі дії в цей час тривають. И, скажем так, це тільки... Что касается этого региона, это уже третий этап зачистки Одессы. В связи с этим обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Одесский городской совет во главе с бывшим регионалом Геннадием Трухановым до сих пор не высказал свое мнение об участии российской армии в конфликте на востоке Украины. Этот вопрос даже не обсуждался на сессии городского собрания. После дождичка в понедельник в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов вдруг озаботился состоянием склонов в районе Аркадии. Поводом для озабоченности стал сход грунта в районе ночных клубов Порт-Афина и Итака. Созвав подчиненных, мэр строго-настрого распорядился создать рабочую группу, которая, цитируем, определила бы пути предотвращения новых оползней. Подробнее расскажет Алена Фомич. То, о чем так долго предупреждали общественники, экологи, строители и геологи, свершилось. В Аркадии свершился оползень, вернее, эрозивный сход грунтов. В результате часть Аркадийской набережной между клубами Портофино и Итака оказалась по уши в грязи. Впрочем, саму грязь коммунальщики убрали быстро, еще бы этакий конфуз перед товарищами-туристами-курортниками. А что не убрали, то благополучно высохло под палящим солнцем. Но, как говорится, осадочек-то остался. Остался потому, что последний ливень был далеко не последним, и если бы он длился хоть немного дольше, все закончилось бы еще более плачевно. Просто потому, что городскими властями не сделано ничего из того, что могло бы укрепить эту оползневую территорию. Дренажная система как надземная, то есть вот специальные желобки, куда стекает вода, вот если бы здесь шли в систему вот этих желобков, куда вода стекла и ушла себе в дренаж. Может быть, вот этого ничего бы сегодня не было. Более того, сделано все возможное, чтобы аркадийские прелести как можно быстрее утонули, частично в болотной грязи, а частично ушли под воду. Например, нарушены два основных правила поведения в оползнеопасной зоне. Вырубаются деревья и кустарники, которые были природным укреплением склонов, и испорчена или перестала существовать надземные и подземные дренажные системы. Испорчена в основном тем строительством, которое последний год полным ходом сотрясает аркадийские склоны. В некоторых случаях даже демонтировали уже существующие вот эти дренажные системы, когда делали строительство, мешали желобки, их поубирали, и сейчас мы наблюдаем вот эти процессы. О том, что начнутся оползни, одесские общественники предупреждали уже давно, инспектируя так называемое благоустройство трассы здоровья, особенно в районе Аркадии и Гагаринского плата. Они то и дело натыкались на незаконные стройки, перестройки и застройки прибрежной территории и береговых склонов. В результате бездумной или безумной деятельности городских властей процесс, что называется, пошел. Эрозивный процесс. Несоблюдение норм, невыполнение по соответствующим проектам благоустройства с выливанием вод на склон может закончиться очень плохо. Тем более, что, будучи еще не нагруженным, это было очень неблагополучное место. Свою роль сыграла и незаконно построенная дорога-спуск с Гагаринского плата практически на самом откосе. Впервые общественники забили тревогу еще осенью прошлого года. Били тревогу. До сегодняшнего дня не получены ни один из ответов, кто ее строил. На каких основаниях? То есть это опять благоустройство или что-то еще? Но после сползания грунта мы поняли, что очередной раз какие-то
вот эти последствия незаконного строительства выражаются в риске для горожан в Аркадии. И вот на тебе после дождичка в понедельник наш Труханов взял и озаботился судьбой склонов в отдельно взятой Аркадии. Так и наказал подчиненным создать специальную комиссию, которая бы определила пути решения вопроса. И даже какие-то укрепительные работы собрался производить. Пока, правда, на словах. Речь идет о миллионах тонн грунта. И пусть те, кто говорят, как они сваями укрепят это все, пусть они перекрестятся и подумают, правду ли они говорят. Впрочем, похоже, рядом с Геннадием Трухановым находятся самые специальные специалисты и профессиональные профессионалы. Например, в телефонном разговоре Вадим Андрусишин, который, к слову, является начальником по берегоукрепительным работам, заявил, что ничего страшного в сегодняшнем сходе грунтов нет. Нет, ну это большое количество осадков одновременно. Там же отсутствует ливневая канализация, нету ни лотков поверхности, ничего нету на склонах. Поэтому и размыло грунт и вынесло. Но это не классифицируется как опыт. А почему нет ливневок там, ливневой канализации? Почему их не поставили, не придумали там? Ну, вопрос, конечно, интересный. Ну, там не так, как ливневки, там ливни, отводящие лотки должны быть. Вот такой интересный разговор получается с нашими городскими властями. То есть то, что должно быть, того нет. То, чего быть не должно, от чего-то имеется. И самое интересное, что наша мэрия во главе с головой от чего-то эту тенденцию в упор не замечает или делает вид, что не видит. Алена Фомич, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Еще один террористический акт удалось предотвратить в Одессе. Взрывное устройство обнаружили прохожие на углу улиц Космонавтов и генерала Петрова. Под пустым рекламным щитом лежала металлическая банка с проводами и привязанными скотчем батарейками. Как установили специалисты экспертно-криминалистического центра, радиоуправляемое устройство изготовили в домашних условиях. Во избежание излишнего риска было решено уничтожить его на месте. Оставшиеся после ликвидации элементы взрывного устройства направлены на экспертно-криминалистическое исследование. В Одессе прошли торжественные мероприятия по случаю Дня военно-морских сил Украины. На фрегате «Гетман Сагайдачный», который вместе с другими военными кораблями пришвартовался возле морского вокзала, был торжественно поднят флаг ВМС Украины и флаги расцвечивания. Также на морвокзале дал концерт военный оркестр, а губернатор Михаил Саакашвили рассказал, где будет располагаться новый штаб военных моряков. Подробности знает Алия Замчинская. Министр обороны Украины поздравил военнослужащих и отметил их вклад в оборону целостности государства. После оккупации Крыма военные моряки перебрались в Одессу. Естественно, это вызвало много сложностей, в том числе и с жильем для личного состава. Я хотел бы сказать, что люди, которые действительно есть героями Украины. Героями, потому что они приняли решение защищать свою державу и до конца были виданы свои присяги и наказы. Я хотел бы сказать, что трудности, которые сегодня есть, они обязательно будут подавлены. По словам министра, 15 служащих ВМС за этот год погибли в зоне проведения антитеррористической операции. Еще 65 получили ранения. В цей день я хотел бы подякувати військовослужбовцям, військовим морякам, які приймають активну участь в антитерористичній операції на сході нашої держави. В той же час виконують завдання бойової діяльності в приморських районах нашої держави. Однако наибольший резонанс вызвало выступление председателя облгосадминистрации. Михаил Саакашвили сообщил о решении президента Украины Петра Порошенко сделать Одессу городом базирования ВМС. Мы приняли решение разместить штаб военно-морских сил в здании, теперь уже сгоревшем, Роспилот местных одесских украинцев. Война идет в стране. И это здание будет отдано по закону военного времени от нужды флота, кто бы что ни говорил. И церемониться мы не будем. Речь шла прежде всего о профсоюзной организации Украины, представители которой, по словам губернатора, торговали с ним о цене здания на Куликовом поле. Одесскую область захлестнула волна децентрализации объединения громад. Только если одни села и поселки объединяются ради более эффективного управления и зарабатывания средств, в Коминтерновском районе этот процесс приобрел несколько иной характер и преследует совершенно другие цели. Какие именно? Своим мнением поделились активисты из Коминтерновского района, в частности, из Крыжановки.
Активисты рассказывают, власти Крыжановки решили объединиться с Фонтанкой. Правда, это именно что решили представители власти. Громаду особо никто не спрашивал. Вообще, в Коминтерновском районе инициатива шла сверху, а не снизу. Свои идеи людям навязывали чиновники и депутаты. Причины прозаичны. Объединение хотят провести до выборов. Там меня плохо знают, я не выиграю там выборы. Вот таким образом в большинстве создавался план по объединению этих громад на территории нашего района. То есть чиновники сами под себя рисовали план, там я смогу выиграть, там нет. Уже знакомая по нашим сюжетам Крыжановка решила объединиться с Фонтанкой. Ну как решила? Идея шла от Натальи Крупицы, главы поселкового совета. Активисты утверждают, власти Крыжановки торопятся слиться в номенклатурном экстазе с громадой Фонтанки вовсе не для того, чтобы эффективно управлять совместным немаленьким и ценным имуществом. Они хотят снять с себя ответственность за происходящее. Проблемы, которые за 5 лет она не лишила, а усугубила, они как-то растворятся. А проблемы в селе очень большие. За 5 лет ее правления, знаете, если это было природно очень красивое село, то она природу уничтожила и ничего не создала нового. Мне кажется, для чего? Для того, чтобы обрубить концы всех своих коррумпированных действий. Вопрос в чем? Дело в том, что на сегодняшний день по Крыжановскому сельскому главе в единый реестр досудебных расследований заведено уже 34 регистрации. Мнение активистов в целом следующее. Пока идею объединения до местных выборов нужно отложить. Те, которые находятся у власти в Крыжановке, помнящие еще Сталина и Хрущева, пускай идут на покой, занимаются воспитанием внуков, правнуков, ездят в санатории в Закарпатье, так как они обычно это делают. А к власти пускай мы изберем новых, прогрессивных, нормальных людей. И тогда, после этих выборов, пускай молодежь принимает решение, как ей жить. Поэтому активисты просят представителей области обратить внимание на эти инициативы Крыжановки и Фонтанки. Ой, не ради интересов громады спешат объединить 2 села. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Одессе и Украине нужны ответственные политики, которые не запятнаны сотрудничеством с Януковичем и не поддерживают сепаратизм. Также нужны принципиально новые политические партии, которые будут работать не на карман спонсора, а на своих непосредственных избирателей. Такое мнение в ходе своего визита в Одессу 4 июля высказал общественный деятель, бывший народный депутат Тарас Тетьків. Украине нужны ответственные политики с прогрессивными проевропейскими взглядами. Хватит отдавать управление страной в руки популистов, лоббистов, бизнесменов, олигархов и просто некомпетентных людей. На приближающихся выборах должны победить люди, чьи взгляды соответствуют нынешним веяниям. Они же должны составить костяк принципиально новых парламентских партий. Відповідь партії на ті чи інші питання і є, на нашу думку, на сьогодні виконують роль ідеології. Ну, для прикладу, як вирішити питання війни і миру на Донбасі? Що робити з земельною реформою? Як провести децентралізацію? Що робити з тарифами? Так, яким чином перейти від олігархічної економічної системи до економіки середнього класу? І так далі, тому подібне. От, на нашу думку, будь-яка партія, якщо вона хоче бути присутнім в суспільстві, повинна відповідати чітко і виразно на ці питання. Напомним, на минувшей неделе Одесский координационный совет общественных организаций Евромайдана обратился в парламент с требованием законодательно ограничить возможность избрания в местные советы людей, которые поддерживали разгон Евромайдана и активно выступали с пророссийской позицией. Евромайдановцы уверены, недопустимо, чтобы эти люди решали будущее страны и нашего региона. Инициатива, говорит Тарас Тетьків, более чем своевременная. Люди и политики, которые активно в местных органах власти, в парламенте поддерживали Януковича, зокрема, диктаторські закони 16 січня, які мало не перетворили Україну в заповідник просто диктатури, їм треба на деякий час заборонити займатися політичною діяльністю. І це є той вид політичної люстрації, який в Україні треба було би давно вже всім пройти. Общественный деятель отмечает, особенно остро вопрос подобной люстрації стоїть в Одесі. Ну, я неодноразово повторяв, що Одеса заслуговує мати набагато кращого мера. Мер, щодо якого є обґрунтовані підозри в кримінальному минулому, мер, який під час президентства Януковича займав виразну антиукраїнську позицію, виразну позицію підтримки цього антинародного диктаторського режиму, очевидно, який не зовсім законно став мером цього міста на минулих позачергових виборах, на мою думку, повинен з міста Одеси піти.
И, конечно, дело не в нежелании нынешнего городского головы избираться на будущих выборах или нет. Дело в горожанах. Кого они хотят видеть будущим городским головой? Человека, который преобразит Одессу в настоящий европейский город, или человека, который будет использовать город только для наживы? Одесситы висловили свою політичну волю. Я сподіваюся, що на цих місцевих виборах одесити таку волю свою проявлять і виберуть того мера, який буде дбати за інтереси міста. Я думаю, такі кандидатури є, і одесити мали б дуже відповідально віднестися до свого вибору. Я сподіваюся, так і буде. Діло за избирателями. Одесі нужны нормальные, ответственные і любящие ее люди на всіх постах. Анатолій Косін, Сергій Коняхін, телекомпанія «Круг». Капризы погоды бывают интересные и красивые. В один из дней, когда на Одессу обрушились шквальный ветер и ливни, горожане смогли любоваться необычными тучами. С первого взгляда кажется, что эти фотографии – плод трудов изощренных мастеров компьютерной графики. Зрелище действительно сказочное. Чаще такое увидишь в наполненных спецэффектами фантастических художественных фильмах, где из-за туч появляются корабли обитателей иных миров. В нашем случае все настоящее. Природа способна оставить далеко позади творцов электронного, да и классического живописного искусства, создавая живые картины стихии. И своим величием напомнит человеку о его скромном месте в бескрайних просторах мироздания. Напоминания эти полезны. Они помогают нам избавиться от комплекса всемогущего царя природы и почувствовать себя ее частью. Это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. А я вам желаю плодотворной рабочей недели. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 7 июля в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32, выше нуля. Температура морской воды 20-21 градус.